Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу поделиться с вами своим фирменным рецептом довольно вкусной курочки. Этот рецепт больше подходит для тех людей, которые не любят жареное, не любят есть курицу с корочкой. И сделаем ее очень по интересному вкусному рецепту в 3-литровой банке в собственном соку. Для этого нам понадобится 9 окорочков, 3 средних луковицы и 7 зубчиков чеснока. Приправлять буду приправой для курицы и добавлю немного соевого соуса с грибами. И также посолим по вкусу. Блюдо довольно вкусное. Подойдет и на Рождество, и на Новый год. Если кто-то не пробовал это блюдо, то я рекомендую, друзья, его попробовать. Ну а кто пробовал, то я даю 100%. Люди продолжают его готовить постоянно и всегда. Иногда надоедает жареная еда. Хочется разнообразить свое меню. И тогда мы делаем такую курочку. Приправы добавляем по вкусу. Немножко перемешиваем. В банке все равно все перемешается. Чем хорош этот рецепт? Тем, что готовится очень быстро. Разморозили окорочка или купили в магазине незамороженные, быстренько почистили лук и вот так слоями закладываем. Готовится очень быстро. Главное хорошо рассредоточить окорочка по банке. Готовлю, как видите, без монтажа. Сразу вот все делаю, вам рассказываю. Кто любит чесночка, можно побольше. Можно добавлять и морковку. Ну, это самый простенький рецепт, быстрый. Сейчас все придут с работы. И будет уже готов вкусный ужин. Как вы понимаете, данную курочку можно подавать под любое блюдо, под любую кашу, под вермишель, под картошку вареную, под картошку жареную. Чеснок люблю продавливать ножиком. Мне кажется, он так больше отдает свой аромат. Вот 9 средних окорочков спокойно вместились в 3-литровую банку. Теперь добавляем соус соевый. И 50 грамм воды. Воду добавляю кипяченую, так как буду банку ставить в духовку, чтобы она не раскололась от температуры. И ставим в духовку примерно на час,
при температуре 180 градусов. Так сейчас все выглядит на данный момент. И не забудьте сверху накрыть фольгой. Поставил курочку в банке в духовку. Как видите, сверху у меня запекается картошка по моему любимому рецепту. Рецепт данной картошечки тоже вы можете посмотреть на канале. Поставил сначала температуру 200 градусов, чтобы духовка быстро нагрелась. Включил конвектор. Минут через 10 после того, как духовка нагреется, установлю температуру 180 градусов и будем готовить окорочка. Процесс покажу буквально через несколько секунд. Прошел час, все отлично кипит, курица томится в собственном соку. Еще, наверное, поддержим ее минут 10 в духовке и будем доставать. Достал банку с духовки. Ну и на видео хорошо видно, как приготовилась курица, точнее окорочка. Все хорошо разварилось. Идет очень вкусный, аппетитный запах. Теперь дам немножко окорочкам остыть и буду доставать их на тарелку. И вот такое вот блюдо получилось. Приятный вкусный аромат. Курочка получилась разваристая. Приготовлено в собственном соку и очень полезно. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Спасибо, что остаетесь на канале. Спасибо, что комментируете. Всех благ вам, друзья, вашим семьям. До новых встреч!